Добрый день, уважаемые пациенты! Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач-венеролог-уролог. И сегодня мы поговорим об анализах крови на венерологические заболевания, или кровь на венерологические заболевания вообще. Наиболее часто под этими анализами подразумевает кровь на такие заболевания, как сифилис, ВИЧ, гепатит Б, гепатит С. Но даже на эти заболевания существуют разные анализы. В основном это анализы на вирусы, ПЦР-анализы, на вирусы ВИЧа, на вирусы гепатита В, гепатита С. Эти ПЦР-анализы смотрят ДНК этих вирусов. Эти анализы чуть более длительно изготовляются в лаборатории, это, как правило, 3 дня. Зато они самые чувствительные, потому что смотрят сам возбудитель. Остальные анализы – это анализы на антитела. Антитела – это белки, которые вырабатываются в иммунной системе в ответ на проникновение этих возбудителей. И выработка их начинается только в среднем через месяц. Поэтому это уже достаточно поздний анализ. Но зато они более дешевы, они делаются в течение одного дня, поэтому более часто используются. Менее качественные, но дешевые. Соответственно, в поликлиниках везде, где-то вот перед операцией, в основном используют именно эти анализы. Также смотрят, кроме сифилиса, ВИЧа, гепатита В и С, кровь на антитела к другим инфекциям. Таким как, допустим, половой герпес, хламидия, микоплазма, уреоплазма, трихомоната, кандида. Зачем это делается? Бывают случаи, когда инфекция, например, трихомонада, поразила простату, из уретры уже ушла. У женщины, например, ушла в матку. Берем мазок, нету, а признаки инфекции есть. Тогда при хронических случаях как раз кровь самая эффективная. Нужно брать кровь на венерологические заболевания, кровь на эти самые антитела. Если вам необходимо сдать кровь на венерологические заболевания, обращайтесь в нашу клинику платной КВД. У нас производится назначение любых анализов только врачом-венерологом. Он знает, в какие сроки они могут быть положительны. Он знает, какие конкретно вам анализы более нужны, чем другие. Кроме того, у нас анонимная сдача анализов, то есть не обязательно называть свою фамилию, имя. Данные разглашены не будут сообщены по месту жительства, не будут сообщены в поликлинику. Кроме того, при наличии в крови какого-то венерического заболевания, врач-венеролог может рекомендовать сразу его лечение, чтобы избежать осложнений и как можно раньше начать лечение. Поэтому при необходимости сдачи крови на венерические заболевания, обращайтесь в наш медицинский центр платный КВД. Ждем вас, спасибо за внимание.